Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. И сегодня вечернее кормление наших скини-малышек, которых сегодня переселили отдельно от родителей. В этом стеллажике 4 девчонки. Этажом выше 3 парнишки. Все ребятки прижились, ведут себя замечательно, активно ужинают. Это у нас овес пророщенный кушают ребята. Меня что умиляет в этом, что обязательно им надо найти одну травиночку, как будто она самая вкусненькая, и друг у друга ее отнимать. Давайте вместе с вами понаблюдаем за этой идиллией, как они с аппетитом и с удовольствием поедают эти витаминки. Это вместо сочки мы им даем вот такую свежую травку. Сегодня с утра я делала видео, показывала, как они замечательно кушали и сныть, и просто травку такую зеленую. А это еще полезнее, это уже на природе проросший овес. Не в черте города, конечно, собираем, далеко от города. Вот как свинкам это нравится. Конечно, после зимних овощей и фруктов, в которых практически ничего нет, это зелень для них действительно богатый источник витаминов. Поэтому все славно кушают, и девчонки, и мальчишки. Мамочки этих девочек Лиля, Мила и Маргоша, как и прежде, живут в одном из таком же большом стеллажике, 1,20 м на 70 м. Как и прежде, они жили вместе, дружно. А в этом пока вот будут расти девчонки, пока не найдут новые любящие семьи. Здесь у нас две черные девчонки и две белые. Бело-черные и черно-белые. Одна из черных девочек Вивьен с белыми носочками и перчаточками, а ее сестра Венера чисто черного окраса. Это две родные сестрички. Ариэль и Аннабель. А это Венера, сестричка Вивьен. А этажом выше, как я вам и говорила, дружно кушают 3 парня. Это наш гималайчик Бонус, Арамис и Виконт. Виконт самый маленький, он самый младший. Арамис самый старший. И Бонус средненький. Сегодня они так мило спали на этой подушечке все втроем, прижались к друг дружечке. У парней тоже есть овес на вечер свежий. Но пока кушают сухой корм и ходят в туалет.
У девчонок повеселей, их больше, места у них больше. Вот они отнимают друг у дружки. Это меня вообще поражает. Такой сток у них этой травки, и все равно надо отнимать друг у друга. У подружки вкуснее. За тем, как кушают морские свинки, можно наблюдать бесконечно. Травка просто исчезает. В маленьком поросеночке. Травиночка за травиночкой. Напоминаю, что все эти поросятки находятся у нас в свободе.